Итак, утро следующего дня. Сегодня пятница. Мы начинаем свой новый репортаж. Ну что ж такое-то? Так. С утра все такие неприветливые. Никто не улыбается. А чё? Все типа делом заняты. Очередное утро. Опять бутылок под попойки. Опять бутылок под столом. И крики до утра. Наконец-то снасти достали. А удочки все равно на берегу.